О. Все на месте? Да, все на месте. Здесь еще подсамок подложу маленько полоску, чтобы не мяло пластик. Что, следующий этап шкивы, да? Всем добрый день. Некоторое время я не появлялся. Но я работал, просто работу выполнял, нудную работу, поэтому не хотел ничего показывать. Но вот сейчас все закончилось. И опять началась творческая работа. Характерная именно для меня. Итак, сегодня я должен буду изготовить кость для газонокосилки, насколько я понял. То есть там переделывается все. Заготовка, диаметр 25, сталь 45. Длина, общая длина 249 миллиметров. И если верить рисунку, значит, с одного торца внутренняя резьба М8, глубина 20 миллиметров. С другого торца просто центровка. То есть ось это будет, буду я обрабатывать в центрах, чтобы на нее будет крепиться. Но это получается приводная ось или приводной вал. Но не важно. То есть мне нужно будет обработать ее в центрах для того, чтобы все было соосно и не было никакого биения. И по ходу работы отвечу на некоторые вопросы, которые возникли у моих зрителей. Первый вопрос, буквально вот недавно, человек спрашивал, про профессию, как я к этому пришел. Но я ему ответил, что токарка — это не профессия моей мечты. Ну, так сложилось, что я стал токарем. Видео я об этом рассказывал. Подробное видео, практически автобиография. А с самого детства я мечтал о фотографии. Да блин, наверное, нафиг это никому не интересно. Ну вот так. И еще один момент. Мне очень часто люди просят изготовить ту или иную деталь. Я каждый раз всем отвечаю. И опять пишут, опять отвечаю. Вот решил в очередной раз. Заказов я не принимаю по той простой причине, что я работаю на производстве, а не в своей мастерской. Так, вот сейчас центровку. Сейчас я, наверное, вот этот диаметр проточу дальше. За него перехвачу, чтобы у меня биение было меньше. И с той стороны просверлю, нарежу резьбу М8, и нужно будет еще сделать предохранительную фаску. Для того, чтобы при поджатии центра мне не повредить заход резьбы. Это я расскажу. И
связи с этим заказов я никаких не принимаю, потому что я дорожу своей работой, меня устраивает моя зарплата и условия. И терять все это из-за, какого-то, скажем так, Колыма я не хочу. Те работы, которые вы видите в моих материалах, это работы либо задания производства, либо просьбы коллег. Ну, в принципе, против этого возражений нет у руководства. То есть, если кому-то что-то нужно, разумеется, в разумных пределах, то почему бы и нет, можно сделать. Но мы друг другу помогаем, я точно так же обращаюсь к кому-то. Поэтому это нормально. Сторонних заказов я не принимаю никаких. Поэтому еще раз я хочу об этом сказать, что пишут на почту, пишут в ВК, сбрасывают чертежи, рисунки, предлагают что-то выслать. Так, поэтому сбился с мысли. Поэтому говорю, каждый раз отвечаю, нет, нет, нет. И все равно. Поэтому давайте, наверное, все-таки. Но все равно будут писать и будут предлагать. Также буду отказываться. У меня нет ни времени, ни желания заниматься. Так. Подобными вещами, потому что сами должны понимать, значит, я должен буду шифроваться, скрывать, что я делаю эту работу. Да нафига мне это надо? Вот честно. Так, сверлю на 6,5. То есть я только что говорил о том, что если центровочное отверстие, то есть с нарезанной резьбой, и чтобы предотвратить повреждение захода, есть, кстати, чертежи для каждого диаметра резьбы. Но в моем случае я сверлю сейчас на диаметр 6,5 под М8. Затем рассверливаю до диаметра 8,5. И центровочным сверлом делаю ту самую фаску. Это вот будет достаточно для того, чтобы фасочку центрирующую и я потом покажу. То есть такая фаска помогает, как я уже говорил, не замять заход резьбы и в то же время не потерять функциональность центровочного отверстия. Мы сегодня как раз разговаривали
А по поводу работ, которые приходится выполнять, руководствуясь рисунками там, разумеется, без чертежей, безо всего. Ну и обычно, если человек не принес мне хоть какой-то рисунок, ну, как в данном случае, то я, конечно, на словах пытаюсь понять, что он от меня хочет. Иногда, ну, бывает тупняк такой, что, ну, не понимаю. Либо сам рисую, либо человек рисует. Ну, обычно рисую сам и спрашиваю, я тебя правильно понял? Все. Ну, и занимаюсь работой. Но у нас есть коллега один. Ну, токарь, конечно же. Мои мужики тоже к нему обращались. Сейчас перестали почему-то обращаться. Но у него какая, скажем так, манера выполнения подобных работ. То есть человек к нему приходит, приносит рисунок, эскиз, чертеж, ну, все, что требуется. Потом забирает готовую деталь, и она у него не подходит. Ну, и он задает резонный вопрос. Ты что сделал? Знаете, что он отвечает? Я думал, так лучше будет. Тебе, блин, нафига рисунок дали? Инициатива, блин, такая. Так, сейчас продую. Ну и вот что обычно в таких случаях получается. Значит, фаска. Потом фаска на центрирующую фаску. Заточка по диаметру резьбы. И там уже в глубине нарезанная нужная резьба. То есть центр сюда встает, и проблем никаких нету с заходом резьбы. Дальше. Мне нужно будет обработать наружный диаметр. Ну, в принципе, вот этот диаметр он у меня как бы базовый, потому что я его протачивал вместе с центровкой. Поэтому я сейчас посмотрю по размерам и предварительно обработаю кулачка, а потом уже установлю в центра. Кнопку, кстати, я еще не заказывал, жду. В аналитике должна появиться, в творческой студии должно появиться сообщение. Единственное, что в каком раз, где именно смотреть, в какой вкладке. То есть мне в поддержке написали, что в течение или через 7 дней должно появиться сообщение с кодом и ссылкой на заказ. Но в каком именно разделе смотреть, я, честно говоря, не понял. Так что, коллеги, кто уже имеет серебряную кнопку, поделитесь опытом. Переворачиваю. А, горячая. Так.
Так, теперь мне нужно будет проточить до диаметра 14 миллиметров. Горячая. Человек просил, чтобы подшипник одевался свободно, без молотка. Ну, как свободно. Не с грохотом. С наждачкой придется поработать. Сотка минус.
Напоминаю еще раз, это не мое желание, это желание человека, который попросил мне это сделать. Обработать вторую сторону, здесь также будет посадка под подшипник. Здесь я хомут, наверное, не буду использовать. Я думаю, что будет достаточно просто поджатия центром.